Спорт. Лето. Каникулы. В областной спортшколе Олимпийского резерва номер 2 провели фестиваль, посвященный Международному дню защиты детей. Каникулы должны проходить под девизом здорового образа жизни, решили организаторы и объединили соревновательный момент с красивыми выступлениями. В этом году Федерация спортивной аэробики рекордное число мастеров спорта – 12. И на открытии фестиваля лучшие показали номер – купол мечты. Мечта достижима, если действительно прикладывать к этому все усилия. Как минимум нужно постоянно быть в спорте, постоянно быть на тренировках и прикладывать все усилия, на которые ты способен. И если задаться этой целью и стремиться к ней, то я уверена, обязательно это получится. На фестивале дети выступали в трех возрастных категориях. Лучшие удостоены медалей. Но каждый, без исключения участник, получил на память подарок. Это символ нашего мероприятия – ладошка. Ладошка как символ открытости человека, дружбы и солнца. Аэробика – спорт универсальный. Занятия укрепляют здоровье, тренируют координацию, развивают силу и ловкость. Подойдет она любому ребенку, а начинать занятия можно уже с 5 лет. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.